Тобик, ко мне. Ко мне, Тоби. Пойдем на вкусняшку поменяемся. Пойдем, Тоби. Ко мне. Молодец. Давай меняться. Давай, ты мне мячик, а я тебе вкусняшку. Давай. Умница, умница. Давай. Ну-ка. Ну-ка. Вперед. По морде лиса получил. Давай его сюда, ко мне быстрее. Тоби, ко мне. Ко мне, Тоби. Ко мне, малыш. Тоби. Неси мне. Тоби. Тоби. Неси мне сюда его. А, сейчас заборол его уже. Давай на вкусняшку меняться. Тоби. На вкусняшку меняемся. На вкусняшку. Давай. Умница, молодец. Ну-ка. Хоп. Опять по морде получил. Аж подавился. Не в то горло попало. Потому что взял вкусняшку и не проглотил. А я думал, он проглотил ее. Давай ко мне. Где мячик? Надо просто вкусняшку давать, ждать, пока проглотит. Ну-ка. Хоп, хоп. Давай. Иди ко мне, Тоби. Ко мне, малыш. Ко мне. Молодец. Ну что, всем доброго дня, друзья мои. У нас выходные. Сегодня у нас такой... Сегодня у нас деревенский выпуск. Сейчас едем... Вернее, не едем, идем к Валентиновичу. Попросил он нам, там надо 5 курочек освежить. Ну и утки. Вчера одна утка у меня подсадная улетела. И крылья надо постригать, в общем. Ну и буду их уже к себе перевозить. Не знаю, посмотрю, может быть сегодня, может быть завтра. Тут, в принципе, у меня все четко. Снег сошел, поэтому стайки готовы. На улице уже тепло относительно, вода тает. Так что всем приятного просмотра. Вчера мы креветки ели, а сегодня вот курицы доедают. Да? Любят они. Креветки. Потом яйца вкусные получаются. А? Ну, чтобы они не выпекались, коробки в это засунуть себе. А ты не кормил сегодня или кормил? Нет, бабушка вечера не ходила. Не кормила сегодня? Она попозже помедлила. Ну тогда не надо, ну. А петух что? Ну, петух какой-то не отвлекнутый. А, все понял. То есть у нас только курицы, да? Да, вот эти. Раз, два, и три, четыре. Выпустим с ящика, слышишь? Ну. Малыша. И уток заберу. Понял, наш сидя, ну. Ну, я понял. Я собрал же яйца, вот. Есть уже? Вот. Ты собрал уже? Вон только собрал. Отлично. Сейчас заходил, вижу, только собрал. Отлично. Есть, что, пойдем, что надо помогать? Кого? Мешок подержи, сейчас я этого пересыплю. Давай. Как декорм. Да, простит меня, Господи. Ну пойдемте, старухи. Кто готов? Так, друзья мои,
кто давно смотрит мой канал, помнят, что такое шайтан машина. Кто смотрит недавно, сейчас покажу. Короче, стиральная машинка. Вот так вот закроем немножко вон кур, видите? Кур, короче, раз сделали, потом вот так вот делается машинка стиральная старая. Малютки там всякие. Покупаются вот такие бильные пальцы, это силиконовые. Все. Сейчас мы ее сполоснем стенки. Давай я покажу. Вот. Здесь делается вот такое окошко. Все просто, легко, примитивно. Короче, это для тех, кто не в теме, кто не сильно колхозник. Расскажу, что это такое. Шайтан машина обдирает перья. Сейчас наглядно все увидите. Чайничка обдали. Здесь процесс этот тоже надо не забывать. Ну, у нас поскольку сейчас 4 штучки, мы по-быстрому. А так, когда у нас большая партия, там по 30 штук, по 50 мы за раз делаем. Конечно, там и тазики уже, и кипятка много. Вот. Вот так. Тише. Кипиш сегодня. Который сын, он у нас получается без этого, да, без хомутов. Это хомут, это папаша какой-то. Поэтому папашу мы оставляем, а вот сына мы отдаем соседу. Поменять, чтобы кровь, меняемся селезнями, в общем. Что, мы камни забираем? Я думаю. А? Я думаю, надо забрать. Папа здесь заодно приберет, все подсушит. Здесь же никого не будет. И вот один. Здесь вот один будет. Ну вот, вот. Я думаю, что мы, наверное, оба крыла подрежем. Да, обязательно. Потому что опять профукаем. Уйдет.
Ну, они так летают, да? Высоко. Подстригаем по волокнам. В тот год я подстригал. Видео тоже есть на канале. А каждый год стригаем. И не по разу. Кто-то говорит, достаточно вот здесь вот. Вот так вот. У них в основном вот эти типа маховые. Но я вам честно скажу, мы уже проверяли. Я не хочу, чтобы они улетели. Хотя они домашние. Ну, то есть они выращены в домашних условиях. То есть это не то, что ты дикую там поймал утку в лесу, и она у тебя живет. Понятно, что любая дикая животина будет это. Не, эти хорошие ножницы, нормально. Поэтому кто-то даже одно крыло постригает, кто-то делает вот так вот просто. Кончики только типа делает. Ерунда это все. Я стригу по волокна, оставляю только ось. Все. Это уже 100% гарантия. Во-первых, она же может еще просто даже не взлететь, но если все равно у нее сила небольшая будет подъема, она может перепрыгнуть. Ну, взмахнуть ей за забор. Зачем это надо? Кому это надо? Поэтому лучше потратить на 3 минуты больше и подстричь полностью все эти перья. Это уже 100% гарантия, что никуда не улетит. Девочка моя хочет уже на охоту поехать. Да. Она уже вот готова, она очень сильно хорошая такая. Да, девочка моя на охоту хочет. Сейчас поедем уже скоро, да? Вот какая красотка, худенькая что-то она такая у меня. Ты что такая худенькая, а? Девчуля, ты что такая худенькая? Зато скажи, как рякови, а? Да? Короче, наша задача сейчас подстричь ногти еще четверым гусям. У нас там получается папа, мама, дочка, сын. Вот так вот примерно. Тут дрозды прилетели еще. Давай, давай. Покажи нам action collection. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Он тяжелый. Ой-ой-ой, Ванька. Ванек у нас. Ванек первый пойдет. Ванька первый пойдет. Он очень тяжелый. Ваня первый пойдет. Смотрите, какой гуси-лебеди, а. Я сегодня этот, как он, открыл барбершоп в нашем колхозе. Записывайтесь. Бородачей, конечно, не принимаем, но это. А муточек, цыплят там. Курочки подходите. Ой,
полетят, наверное. В этом году возьмем серых гусей, с белыми надо завязывать. Надоело вот это гоготание. Белые гуси, конечно, спасли Рим, но гогот уже надоел. Хочется тишины, поэтому по-любому надо брать серого гуся. Для тех, кто задумывается, берите только серых. Белые тоже классные линды вот эти порода. Они добрые, там по выращиванию, живут до 30 лет. Гуси умные очень, хозяина узнают. Но это самая проблема, то что их очень сильно слышно. Привет соседям! Привет соседям! Да, следующий! Это получается что? Это обычный горбыль, не деловой, да? Да, да, да. И сколько пачка выходит? Сорняк, короче, 6 пачек с доставкой. Я дал... Так, 6... Не 4... Трешку я дал с доставкой. 3000. Это получается что? По 400 пачку взял. А, по 400 пачка плюс доставка. Ну, халява. 6, 4, 2, 4. Ну, 500 рублей получается пачка. 400. А, 6 пачек, 24 тысячи, 2400 и 600 рублей доставка. Я, ну, 500, я говорю, знаете, 600 и все. Вообще отлично. Вообще шикардос. Не, ну что здесь, много дров-то такой, это хороший. Да, вообще четко. Еще доску можно будет выбрать тоже какую-то. Ну, вот, смотри, видишь, я уже поколол уже все. Ну все, утки сейчас переехали ко мне. Мы их отсаживаем, мальчиков от девочек. Почему? Потому что сейчас начнется утиный сезон охотничий. И если мальчика от девочки не отсадить, девочки потом крякать просто не будут. А нам надо, чтобы девочки у нас крякали. О! Осваивайтесь. С прошлого года здесь не были вроде бы. Так, девоньки, ваша очередь. Ой, давайте ваш выход. Ну, выходим, выходим, выходим. Выходим, выходим, выходим. О, молодцы, красавцы какие. Сейчас здесь прям будем в этой луже охотиться, я думаю. Лед уже начался.